Игнат Тихонович, молитесь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, и помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть якого истину, блажите тебе Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувима славнейшего, истину Серафим, без истления Бога Слова родившую сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоя Матери, силы честного, животворящего креста, святых ангелов, наших хранителей, всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благ еси и человека любит. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешному, создавай меня, Господи, и помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитву святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не корижа благое сотвори пред Тобою. Но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные. Восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю небесный, утешителю души истинной, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, прииди, вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети сыны немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущен дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Ти, блажь ангельскую песнь, вопием Ти сильный. Свят, 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 еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, возвикнеси, Господи, умой просвети сердце, и усне мое отверзи, во еже петь, и тебя святая Троица, свят, свят, святости Божия, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, внезапно судья приидет, и ко его же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи, свят, свят, святости Божия, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, яко многие рая Твоя благость и долготерпение, не прогневался на меня ленивый и грешным, не погубил меня со беззаконием моими, но человеколюбствовал еси обычное, и в нищании лежащего возвиг мне еси, воеже утренните, славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста,
поучайтесь со всем Твоим и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании и сердечьем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Семьдесят второй псалом. Как благ Бог к Израилю, чистым сердцем. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. А того гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем, умножают богатство. Так не напрасно я очищал сердце мое, и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день, и обличением всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был перед родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я перед тобою. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моего век. Ибо вот удаляющиеся себе от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. 73-й псалом. Для чего Божий отринул нас навсегда? Возгорелся гнев твой на овец пажити твоей. Вспомни сон твой, который ты стяжал издревле, искупил жезл достояния твоего, эту гору Сион, на которой ты вселился. Подвигни стопы твои к вековым развалинам, все разрушил враг во святилище. Рыкают враги твои среди собраний твоих, поставили знаки свои вместо знамений наших. Показывали себя подобные поднимающие вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. И ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами. Предали огню святилище твое, совсем осквернили жилище имени твоего. Сказали в сердце своем, разорим их совсем. И сожгли все места собраний Божьих на земле. Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе, Боже, будет поносить враг,
Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? И следы недра Твоего порази их. Боже, Царь мой от века, устроящий спасение посреди земли, Ты расторг силой Твоей море, Ты сокрушил голову змеев в воде, Ты сокрушил голову Леофана, отдал его в пищу людям пустыни. Ты иссек источник и поток, Ты иссушил сильные реки. Твой день и Твоя ночь, Ты уготовил светило и солнце, Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумно хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей, собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Призрена завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленный, нищие убоги да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Боже мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати. Ведь если бы это за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так, богатый состраданием и неизреченный в милости, ибо Ты сказал, о Христос мой, верующий меня будет жить, и не увидеть смерти вовеки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вменится же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь никакие дела, оправдывающих меня. Но вместо всех дел да будет довольна веры моей. Пусть она отвечает, пусть она оправдает меня, пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитится меня сатана, и да не похвалится тем, что отторг меня Твоей Слово Божие, руки и защиты. Но хочу ли или не хочу, спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорее приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, а чрево матери моей, подоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебе, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе без ленности, как я прежде работал на сатану Борстителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, и Иисусу Христу, во все дни жизни моей, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, постоянно блести мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедному души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневить Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу,
чтобы он утвердил меня в страхе своем и садил у меня рабом, достойно своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми твоими и всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного, несчастного раба твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламя страстей моих, ибо я нищ и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всех злого воздействия, ибо ты благословен от всех родов, и твое пречистое имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатия, Владимир, Надежда, Любовь, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнага животворящего Христа Господи, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победа на сопротивные дары Твои сохраняй крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного родителей, сродников, благодетелей, митрополитов Марка, Николая, Вениамина, Агафангела, Диамеда, Тихона, Антония, священные Иоакима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосима, Максима, Владимира, Андрея и Глебу не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона, Илларионы, и весь священнический, начистский чин, и вышли истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, рожденного свыше благовестника, и место для занятия, если угодно тебе, Господи. Смири власти воин своих, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей. Умудри их издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, что было из чего уделять нуждающимся. Коснись их сердец и преобразуй в духовное. Владимира, Михаила, Жозефа, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде, где смуты и мятежи. Этого смутьяна Алексея укроти и все сообщество развей. И покажи ту бездну, куда они увлекают людей. Слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной. Чтобы мы надеялись на Твой промысел и заботу Твою, ибо верующих в Тебя, рожденных свыше, облеченных благодатью Духа Святого, Ты назвал святыми избранными. Помоги нам, Господи, оправдать эти чудные названия. Слава Тебе, единому вечному Богу. Аллилуйя! Господи, от тяжкого недуга пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира. Найди потерянного Александра, блуждающих Сергея, Алексея, останови, дабы не обманывали себя и людей. Господи, защити жилище наше и селение от пожара, воров, нечистой силы. И благослови живущих там Андрея, Игоря, Игоря. Владимиру дай веру. Благослови Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа. И пришли добрые жители с детьми, любящими, знающими уставы Твои, ходящие в послушании. И сохрани школу. Спаси, помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна,
Людмилу Нину Оревтину. Всех побуди на проповедь о распространении евангельской вести. Слава Тебе, единому вечному Богу. Господи, воззри на угрозы врагов, на лживые потоки, изливаемые ими, да поглотит земля, изрыгаемая ими. И в судный день не помяни их безумие, ибо не знают, что худо творят, не имея веры в Тебя, быть может, и Духа Святого похулили. Благослови благодетели наших, воздаем добром всей жизни и будущей. Елену, Елену Людмилу, обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрия, Эдуарда. И помоги издать нам трехтомник Нового Завета, блаженных капеллатом толкования. Слава Тебе, хвала Тебе, наш любящий Бог. Господи, посети болящих, дай силу безропотно перенести страдания и пошли им исцеление. Кирилла, Сергея, Алексея, Антония, Надежду, Людмилу, Ольгу, Геннадия, Маргариту, Александру. Будь милостив к нам. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему благоволению все это может оказаться спасителем для нашей бессмертной души. Слава Тебе, Христе Боже наш! Воздай милостями всем, кто строил эти жилища, храмы, где мы находимся. Находим такое дивное утешение и тишину. Слава Тебе, Христе Боже наш! Упокой в обителях небесных усопших отец и братья наших, родителей, сродников, благодетелей, всех православных христиан. Ибо нет человека на земле, который, живя, не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное, душам нашим полезное сотвори. Слава Тебе, Христе Боже наш! Все наше родство найди, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Путешествие Раису, Льва, Виктора, Александра. И благослови призванных в армию на фронт. Укрепи их и каждому дары духовное рождение, дабы они были там светильниками. Никиту, Александра, Максима, Ивана, Георгия. Господи, посети тюрьмы, лагеря, психиатрические птицы, где томятся верующие в Тебя. Даруй им свободу, Сергею, Илии. Благодарю Тебя, Господи, что этих тесных обстоятельств Ты вывел меня в свое время. Хвала Тебе непрестанная да будет за все Твои милости, которые осознать не можем. Господи, сохрани наши сокровища в интернете, их администрацию благослови и расположи. И благослови трудящихся на этом поприще Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктора, Вячеслава, Владислава, Романа, Николая, Алексея, Гавриила. Обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Никиту, Валентина, Андрея, Мария. Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Найди отступников, возврати их на путь спасения. Николая, Александра, Юлия, Евгения, Валерию, Тамару. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Высшей Богу на земле, мир в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, когда дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя!
Воздай вечности милостью Твоей всем, кто трудился над моей душой возрастаниями в Тебе, Марии, Стефана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми и покроем опором любви от всего, что не славит Господа. Господи, воздай милостью всем, кто помог совершить на миссионерские путешествия и возвратиться в целости. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу, Сергея, Наума, Валентину, Самиру. Самире, Тимуру, Ростику, да истину Христову веру, дабы не верили уже пророкам. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Прошу Тебя, не покини смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу им по мытарствам страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Ян Креститель, Претеча Христова, моли Бога о нас. Научи нас жить и в бедности. Имея пропитание одежды, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать. Быть во всем экономным и помогать нуждающимся. И каждому даруй доброе жилье и Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, моли Бога о нас. Да примет Господь твои молитвы о нас, о живности нашей, через которую Господь Бог обречает наше пребывание в этой юдоле печали земле. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон. Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездри, Нееми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Яиль. Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми. Но чтобы мы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы и Петр и Павел, евангелисты Матфея, Марк, Лука, Иоанн, да даруют нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин Философ, Космай Дамиан, Андрей Стратилат, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста на чело или правую руку. Господи, устраши правителей мира и священства, обманывающие людей, что будто бы от предсказанных с Тобой казней, грядущих на всю вселенную по Твоей воле, можно избавиться какими-то ухищрениями, союзами, изобретениями, медициной. Это дьявольская ложь. Все эти казни посылаешь Ты, чтобы вразумить людей, привести к покаянию, дабы не оказались они за гробом в аду в вечном мучении. Слава Тебе, Господи, за вразумление, которое даешь нам. Хвала Тебе. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоус, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет, Иероним Стридонский и все перевозчики Священного Писания, молите Бога о нас, да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысли еретиков и сектантов разруши и развей, ибо вне церкви нет спасения и покаяния только в этой жизни, но не за гробом. Слава Тебе за это дивное откровение, которое даешь нам через святых отцов. Молите Бога на святых жены и девы,
Фёка Первомученица, Патина Самарянина Февронии, Вера Надежда Любовь, Матерь София Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перпетуя, Татьяна Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила Акила, Андроника Юния, Киприяна Устина. Молите Бога о нас, да дарит Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость. И сохрани их от всяческого поругания и насилия. Исправь непокоривость Галины, семейства Евгении, Надежды, Людмилы, Виктории и Иоанны. И благослови, Господи, детей Твоих по всему лицу земли, пытаемых и убиваемых, и прими их в обители вечные. Не допусти, чтобы кто-либо отрекся от Тебя. Господи, благослови Никиту и Виталия. Дай ему желание трудиться в поте лица. Слава Тебе, Христе Боже наш. Слава Тебе. Поставь Твою святую защиту и в этот день. От всего, что не славит Тебя. Между нами да будет всегда мир, любовь и согласие по слову Твоему. Господи, прими нашу молитву воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты сотворил этот мир и сохраняешь его, как зиждитель. Ты знаешь все прежде бытия, Господи. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и исполни наши молитвы о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй, и о незаповедавших. Отверзи им двери покаяния, и найди новые души, расширь пределы общин. Слава Тебе, хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Мир всем и доброе утро всем. Если кто новенький есть, не знает, то у нас после моления проходит чтение Слова Божия Новый Завет с толкованием блаженного Феофилакта. И этот радостный труд исполняют наши две сестры. Капилина Валентина Сергеевна и Симоненко Ольга Николаевна. Попеременно. Итак, дорогие сестры, ваше время. Благослови, Господи, на чтение Священного Писания с толкованием блаженного Феофилакта. Даруй разуметь написанное и исполнить волю Твою во славу имени Твоего святаго. Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Толкование. И знаменательно сказал он, ибо тот, который так позаботился о нас и который ради нас не отказался сойти даже до самых нижних пределов, не просто распределил дары, но без сомнения с мудростью и пользой. Как же после этого ты скорбишь, что неблагоразумно сделано распределение? А в одном месте говорит, что Дух разделяет, в котором вас Дух Святой поставил, Деяние 20:28. И все же сие производит один и тот же Дух, 1 Коринфянам 12:11. В другом же относит это к Отцу, иных Бог поставил Церкви, во-первых, апостолами и так далее, 1 Коринфянам 12:28. И я насадил, Аполлос поливал, и возрастил Бог, 1 Коринфянам 3:6. А здесь относит к Сыну. Таким образом, едино действие трех. Первые апостолы, потому что и дар пророчества имели,
а пророки, именно новозаветные, не имели апостольства. Иных евангелистами, или написавшие Евангелие, или те, которые, хотя не ходили всюду, но благовествовали Евангелие, подобно Прескиле и Акиле, Деяния 18:2 и 3. Иных пастырями и учителями, так называя тех, которым верены церкви, епископов, как Тимофей, Тит и им подобные. Но можешь разуметь под пастырями и пресвитеров, и епископов, а под учителями и диаконов даже. Ибо и они, имея звание очистителей, посредством слова очищают народ. 12 стих. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Толкование. Видишь ли, какое достоинство? Каждый, говорит, совершает, каждый служит делу созидания тела Христова или церкви. Зачем же ты скорбишь, как получивший меньший дар? Даже ведь и ты содействуешь совершению святых, то есть пользе верующих и их усовершенствованию. Итак, смотри, получив дар к созиданию других из зависти к большим дарам, не погуби самого себя. Притом, если к усовершенствованию верующих другой получил большой дар, пойми, что и больший труд и служение соединяется с ним. И больше посему ответственность, а с другой стороны, не сатанинское ли свойство завидовать тому, кто совершает и созидает тело Христово? Богопротивнику ведь это прилично. 13 стих. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Толкование. До тех пор, говорит, должно всем нам, получившим дары, делать, трудиться и созидать, пока не придем к единству веры, то есть пока не явимся все имеющими одну веру, не отличаясь по догматам и не имея между собой разногласия в том, что касается жизни. Ибо тогда будет истинное единство веры, тогда познаем Сына Божия, когда будем иметь правое мнение в деле учения и будем сохранять союз любви. Ибо Христос есть любовь. Под образом совершенного мужа и меры возраста говорит он о совершенном познании догматов, равно как и под исполнением Христовым разумеет совершенное и всецелое познание Его и веру, что Он, один из Троицы и равный Отцу, стал человеком, единой ипостасью в двух естествах, волях и действиях, и что вместе с телом совосседает с Отцом и опять придет, и все остальное, что право о сем мыслится и говорится. Как же после этого в другом месте Он называет наше познание несовершенным, в отличие от будущего знания, а здесь в отношении неизменяемости познания, называет его совершенным. Ибо когда мы не будем колебаться, тогда будем совершенны, как видно из следующего. 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Толкование. «Будем же, говорит, твердо и непоколебимо держаться той малой меры, которую мы получили, и не будем, подобно детям, колебаться и увлекаться всяким учением. На то и даны дары, чтобы строить и утверждать, дабы не колебалось здание». Словами «дабы мы не были более» показал, что прежде они были таковы, включая даже и себя самого, чтобы не упреками, а добротой исправлять. А говоря колеблющимися, показывает, в какой опасности находятся души нетвердых в православии. И, выражаясь образным языком, называет ветрами различные учения. Словом «лукавы» называются те, которые получали прибыль от игры в кости. Таковы и лжеучители, которые обращаются с людьми очень простыми, как с костями, как им угодно. Итак,
Не будем, говорит, вращаться в этом лукавстве по хитрому искусству обольщения, то есть вращаться и склоняться к тому, чего желает обольстительное коварство лжеучителей, ибо все их искусство и хитрость направлены ни к чему другому, как к обману. И прекрасно добавил «человеков», так как дело Божие не заключает в себе лукавства и обмана. 15 стих. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Толкование. Хитрые и лукавые на словах все имеют фальшивое и ложное, и ничего в них нет здравого и устойчивого. Мы же, будучи искренни к любви, в любви к Богу и ближнему, не ложно имея учение и живя нелицемерно, ибо здесь кажется, что он дает ей уроки жизни, да возрастим во Христа все наше и жизнь, и догматы. Ибо с ним, как главой, мы должны сообразовать все свое, чтобы не приносить ничего несогласного и не гармонирующего с главой, но все иметь возвращенным по нему. 16 стих. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Толкование. Мысль этого места такова, хотя и не ясно высказана, как в теле дух, нисходя из головного мозга по нервам, не просто сообщает всем членам чувствительность, но сообразно свойствам каждого, одному, способному воспринять больше – больше, а способному воспринять меньше – меньше. Так и Христос нашим душам, которые суть Его члены, раздает свои благодатные дары не просто, но при действии в свою меру каждого члена, то есть сколько каждое в состоянии вместить. И таким образом все тело получает приращение для созидания самого себя в любви. Да иначе невозможно воспринять все вспоможение свыше нисходящего Духа, который нас оживляет и возвращает, если мы не будем соединены и объединены любовью, как одно тело. Подобно тому, как если бы примерно рука, отделенная от тела, не могла бы более воспринимать воздействие от Духа, потому что она отрешена от тела, так и мы. Если не будем иметь единения, не получим исходящие от главы нашей Христа благодати Духа. Для того-то и сказал «тело, составляемое и совокупляемое», чтобы показать, что члены не просто положены один подле другого, но соединены между собой, и каждый занимает свое место, и не вывихнут, и не обезображен. Итак, наше дело – самих себя скреплять и соединять посредством любви, а дело Христа, главы нашей, – не спосылать Духа. Итак, вся речь о смирении и единении. Слова же посредством всяких взаимно скрепляющих связей показывают, что Дух, разливаемый и подаваемый главой, осязательно касается всех. Итак, тело растет и созидается через то, что подаяние Духа касается членов, и что Он действует в них, ибо сие значит при действии, или что им доставляет силу действовать. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Спаси Христос! Во славу Божью!